посмотрим, как пойдет. В общем, ходим, копаемся, есть находочки. Вот здесь вот. Андрюха, иди, будем вместе смотреть. Здоровенно, прикинь, какой плащ там был. Тяжелый, да? Чтоб такое фивола его застегнуть. Купил себе, наконец-то я, катушку-блондинку, продал свою черную. Друзья, Андрюха нашел катушку с ниток черняховскую. Смотрите, какая крошка мне выпала. Ночь перестает быть скучной. Аукцион Vivality – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Vivality – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Vivality вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Vivality. Ссылки под видео в описании. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Выбрались мы с Андрюхой ночью покопаться. Сейчас у нас где-то часов 9, наверное, да, начало 10. Походим, наверное, до 12. Ну, посмотрим, как пойдет. В общем, ходим, копаемся, есть находочки. Нашел несколько фибул. И есть у меня динарик, сейчас я вам покажу. Выходил я его все-таки. Сейчас покажу. Динарик, друзья, вот здесь вот. Андрюха, иди, будем вместе смотреть. Я думаю, что это динарик, ну. Динарик, не видно ничего. Есть водичка какая-то. Поляпать на него. Что-то он слегка закис. Да, динарик. По-моему, Фаустина даже старшая. Ляпать? Давай. У тебя сладкая? Ну. А не, не Фаустина. Чай. Не-не, хватит. Так, тут легенда. Легендочка, кстати, ничего такая. А здесь у нас Антонин Пий. Прикинь. Выходил я его все-таки. Все, Андрюха, цепляемся здесь за место и начинаем раскручиваться. Отлично. Сейчас я еще фибулы достану, вам покажу. Секундочку. А, ребят, чуть не забыл. Андрюха такую фибулу нашел. Просто класс. Сейчас посмотрите. Железная, правда. Но смотрите, какая она здоровенная. Блин, вообще на три пальца. Фибулище целое. С иголочкой, целенькая. С пружинкой. Ее отмочить, она будет еще... Такая в очень даже неплохом состоянии. О, а это гвоздик ихний. Да. Гвоздик. Не, ну фибула, конечно, жир. Просто. Здоровенно. Прикинь, какой плащ там был. Тяжелый, да? Чтоб такое фибулы его застегнуть. Это тоже что-то ихнее, правда, закисшее очень. Сейчас вам свои фибулы покажу. И нашел, друзья, вот я три фибулы. Раз, два, три. Причем вот это все, все три фибулы очень даже недалеко были друг от друга. Начал раскручиваться и выпал динарик. Вот вам, пожалуйста. В общем, надо ходить. Будут какие-то интересные находки, вы все увидите. Смотрите. Хожу, друзья, с блондинкой. Купил себе, наконец-то я, катушку-блондинку. Продал свою черную. И есть у меня находочка...
Посмотрите, как блондинка выгребает вот эту вот всю мелочь. Смотрите, какая мусю-пусенькая спинка с фибулы. Просто детская. Капец. Я столько дроби накопал охотничьей еще, ко всему прочему. Так что эта фибула на фоне той дроби гигантский просто артефакт. Находка, в общем, вот такая. Ходим мы еще. Ходим. Еще часика полтора-два походим. В общем, смотрите, я дальше искать пошел. Ходим мы, друзья, все, ходим. И есть у меня находочка. Очередная спиночка с фибулы вывалилась. Вот такая вот загнутая. Ничего не стоит, но представляет больше интерес, чем какую-то историческую ценность. Так что у Андрюхи там сигнал такой был. Капец, короче. Он там копает, не знаю, не видно его, наверное. Не видно, не. В общем, был у него сигнал. Выкопал он на почти на глубину фискаря, но сигнал еще глубже, железный. Так он его и не докопал, но ничего. Ходим, в общем. Ходим, собираем древние артефакты. Смотрите, а мы дальше искать пошли. Друзья, Андрюха нашел катушку с ниток черняховскую. А у меня есть интересная находочка. Сейчас покажу вам. Смотрите, какая крошка мне выпала. Лунечка, видишь? Махонькая вообще. Еле нашел ее. Такое тоненькое серебро. Просто. Тут вот это ушко сверху, за которое она цеплялась. Женский амулет, кстати. Луница. Носили женщины, которые хотели забеременеть. Прикольно. Давно я луниц тут не находил. Кстати, мы тут когда копались раньше, я тут луницы серебряные находил. Две штучки. Там есть видео на канале. Ссылочку вам в описании кинул, посмотрите. Такая прикольная. Вообще такая легенькая-легенькая. Я такую похожую штуку тоже нашел. Покажи. Короче, кайфово. Блондинка, конечно, творит чудеса. Не катушка, а сказка. Я б черной такую луницу даже не увидел бы. Вообще. Забираем. Что ты нашел, Андрюха? Не то. Не то? Тоже накопал железо кого-то, да? Ладно, идем дальше искать, смотрите. Друзья, это Андрюха там светит фонариком на катушку. А у нас ночь перестает быть скучной. Есть еще один динарик. Зацените. Находочка. Сейчас посмотрим. Вот это самый волнительный момент, когда начинаешь его протирать и смотреть, что же там такое. Ой, какая легендочка. Андрюха, иди глянешь. Слушай, его еще, по-моему, чуть-чуть загнуло плугом. Какой-то он не очень ровный. Кого ты хочешь с той стороны мне пожелать? Мужчину или женщину? Блин, не видно нифига. Водички. Это у нас опять Антонин Пи, по-моему. Блин. Что ж такое? Что же одни пи? Водичка есть в рюкзаке. Да, ребят, по-моему, Антонин Пи. Очень-очень похож мне на пия.
второй, друзья, второй динарик. Динарик, динаричек, динаричек. Блондинка рулит. Крутяк, крутяк. Берем. Берем, идем дальше искать. Смотрите. Андрюха, он так бил классно, я тебе говорю, вообще такой четко 80. Четко 80. Друзья, времени у нас 12 часов 50 минут. Видно? Видно. 51 минута. Есть у нас крайняя находочка. И будем мы ехать домой. Значит, смотрите, выпала ароматничка бронзовая. Согнутая немножечко. Но интересная находка. Есть такие с металла ароматницы, есть золотые. Нам бронзовая попалась. О, меня уже вызывают домой. Вот такая, в общем, друзья, находочка. Берем. Сейчас я к вам развернусь. Ну что, друзья, на этой крайней находочке будем мы заканчивать свой ночной коп. Времени уже без 10 час ночи. Нам еще домой добираться километров 60-70, наверное. В общем, находочки вы мои сегодняшние видели. Я считаю, что неплохо. Два динарика, луничка выпала серебряная. И, ну, там фибул всяких накопал, и ароматница попалась. Вот уже к машине я доходил, метров 15 осталось до машины. В общем, всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем удачи, друзья, всем пока!